Одним из основных вопросов повестки дня еженедельного совещания в администрации Одинцовского городского округа стала работа с обращениями граждан на портале «Добродел». Глава муниципалитета дал поручение продолжить борьбу с повторами и повысить качество ответов исполнителей. На минувшей неделе жители округа жаловались на нарушение правил уборки, несанкционированные свалки и мусор во дворах.